Девочки, привет! В этом видео я покажу, как при помощи магнитного топа и обычного лака сделать зимний трендовый сейчас маникюр. Я на ногти нанесла уже в два слоя серо-голубой голографик. Это Нептун из коллекции Holidays от Денсов, номер 853. Вот он у меня в два слоя. Красивый кремушек, голографик. Почему я выбрала именно его? У этого магнитного топа от бантиков, Diamond Top Coat называется, у него блик дает серую полоску на ногтях. И для того, чтобы этой серой полоски не было видно, чтобы она не бросалась в глаза, я считаю, что нужно выбирать холодные оттенки базы под него. На теплых лаках этот серый блик некрасиво смотрится. Ну, на мой вкус лично. Я решила переключиться в макрорежим, чтобы было лучше видно. Итак, на мизинец и безымянный пальчик я уже нанесла этот топ, приложила магнитом. А на остальные мы сделаем с вами вместе. Итак, я наношу на средний палец достаточно тонким слоем топ, чтобы вам было видно. Так, я на весу держу руку, стараюсь, чтобы было вам видно, стараюсь как могу. Так, и далее я буду прикладывать магнит по диагонали крест-накрест. Сначала вот одну полосочку делаю, далее вторую крест-накрест, возвращаюсь к первой полосочке, опять вторую полосочку в том же месте делаю. И так провожу несколько раз до того момента, пока этот топ не высохнет на ногтях, чтобы закрепить этот блик. Но он, кстати, достаточно быстро высыхает. Через какое-то время, в течение часа примерно, этот блик расползется еще по ногтю. Далее на указательном вместе сделаем. Наношу топ. И быстренько магнит. Опять же, по диагонали одну полосочку сделали. Крест-накрест вторую полосочку. Закрепляю первую, закрепляю вторую. И получается большая такая кругленькая точка по центру ногтя, которая постепенно расползается. Эффект леденцов на ногтях. Ощущение, как будто бы снежок сверху такой хрустящий. Вот так выглядит маникюр в целом. На блике я, конечно, залипаю. Красиво очень он играет. Как вам результат? Кто-нибудь пользовался уже таким топом? Есть у Масуры похожий. Но, по-моему, насколько вот я смотрела свотчи в интернете, у Масуры и у Бао эффект один и тот же на ногтях получается. Мне очень понравился. А вам как? Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии.
А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!